коррозия за зиму, за одну зиму засвела. Сейчас попытаюсь тартовым ваксом это дело снять. Посмотрим, работает ли он. Судя по аннотации, должен все исправить. Ну вот так, второй раз нанеслось. Ну, первый раз, правда, пришлось где ногтем, где палочкой пошкрябать чуть-чуть. Сейчас посмотрим, что будет в финале. Ну, короче, вот что получилось. Ну, каверны, конечно, никуда не денутся. Вот эти маленькие точечки, это все очаги коррозии. Ну, по крайней мере, хоть общий вид стал более-менее приличный. Вот таким образом. Так что средство, в принципе, работает.